кстати, разруливание собаками состоит в одном. На кону повреждение жизни, поэтому вы нервничаете. С другой стороны, очень мало времени. Это миллисекунды. Или кусать, или имущество. Нельзя! Нельзя! Так очень медленно. Фон! Агафон! Сейчас вы сработали неправильно. Забрать. Вот потому намордник и нужен. Нет, нет! Стоять! Стоять! Нет! Стоять! Фу. Красно, пустая, да, молодец. Хорошо. Сидеть! Вот! Смотрите, какая послушная и тихая собака. Видите? Все дело в управлении. Отстегнули поводочек, а собачек не отходим. О, как вы красиво сели-то через один. Вообще прелесть. Ладно, команда, гуляй. Посадили в сектор. Пока ничего. Скуби, отпустите. В сектор посадите. Иди сюда. И пристегните пока. А вы скажите Муфу, охраняйте Рагнара, хозяин Федука. Охраняйте Рагнара. Охраняйте Рагнара. Охранять Рагнара и жизнь Федука, потому что если он не научится, он пострадает. Отпустите! Отпустите обоих! Отпустите! Отпустите обоих, да. Да. Ему полезно. Пусть его Рагнар падает немножечко. Да, да, да. Вот так. Хорошо. Вот так. Своих охраняем. Своих охраняем. Не вы. А вам полезно. Так, а вы никогда не садитесь вниз, закрывая собаку лицом, потому что этот пройдет и со всей дури вас укусит. Берегите свое лицо, это очень важно. Собаки кусают за морду друг друга, и за ваше лицо также могут укусить. Ничего, ему полезно, а то борзел совсем. Лучше Рагнар, чем Норд. Норд еще жестче работает. Нельзя. Да, вот так. Потратим время, бесценный опыт. Где я такого вам еще Рагнара найду нежного для дрессировки вашего этого оборзевшего щенка? Вот так, да, пусть знает свое место. А то он думает, что он в пищевой цепочке наверху, типа льва. Все сектора, пожалуйста, кто не занят обучением. Вот так. Хорошо. Пускай еще побегают, да. Хорошо, в сектор, пожалуйста, Скуби. Держи его там, да. Рагнар работал лучше. Что он его никак не захватит? Что такое вообще? У него опыта нет никакого. Да. Вот так, хорошо. Хорошо. Так, а мам, пока команда лежит. Команда лежать, пожалуйста. Не трогать пока, не трогать. От собак не отходить. Лежать, пожалуйста. Вот так. Хорошо. Так. Умнички. Так, Скуби первый по системе препятствий идет вот там. Потом Рейна аккуратненько, а потом Локи. На верещание внимания не обращаем, он скорее бережет себя. Не поощряем, не хвалим Рагнара за это, потому что это он может переборщить. А вы, мне очень повезло, что вы, а не жена ваша. Иначе сейчас уже обморок был и пришлось валерьянку в это. Ему очень полезно, вот так и делаем. Обычно в этом ситуации, когда нужно воспитать щенка, хозяин это, ну, как бы лишает сознания на какое-то время, чтобы... А вы посмотрите, ему полезно. Видите, уже не такая обордевшая собака. Супер! Накачали, пожалуйста. Ага! Тут тоже кобели, между прочим, уважаемые, ходят, да?
Говорит, меня цапнул этот рыжий. Рагнар ни разу не тронул даже, а рыжий цапнул меня вообще. Хорошо. Рейну еще раз налез, чтобы повыше ей было, да. А то они тут носятся, два лося. Хорошо. Тут, видите, образовательный процесс идет в полном разгаре. Тащи его оттуда за нос. Да. Спрятался он. Хорошо. Правильно, правильно. Пусть вытаскивает. Хват у него слабоват, конечно, но... Да, Федуку повезло. Из норы работает, видите? Рагнар, конечно, очень нежный, очень. Прям вообще не дотрагивается аж до него. Он его глушит как бы звуком. Скуби на бум, пожалуйста. Все, отзываем этих. Федук, иди сюда. Федук. Достаточно. Дышите, он сейчас пока не нас... Ему надо осознать то, что произошло с ним. Он не должен сейчас отвлекаться на фигню. Так, хорошо. Умничка, звезда. Хорошо. Я вас буду вместе ставить в группу. У вас тандем замечательный. Рагнар научится самозащите, а Федук вести себя прилично. Хорошо, в сектор. Так, Федук идет на бум и проходит туннель один. Всем остальным команда лежать. Неплохо. Да, лучше. Хорошо. Хорошо. Так, отошли от пары до первого деревьев. Больше не надо. Работаем. Хорошо. Вот теперь хорошо. А посадили, вернулись туда. Великолепно. Зовем. Ну, давайте еще раз. Оставили собачек опять к дереву. Очень хорошо. Вот теперь уже есть. Пожалуйста. Да, хорошо. Все, отдыхаем. Вот теперь хорошо.